остались. Так, а мы с Ахтубой, да? С Ахтубой мы взлетали. Очки направо взлет. Это они меня отпустили без патронов, что ли же? Еще боку его. Так, лук, контакт. Родион, у нас слева по левому крылу контакт с Аношкой. Вижу. Иду вот так. Дымный так. Мест, что ли, там? Я зайду, нет. Проверю. Один дымный лук. Да, там топливо западный было пробито. Зены по нему не работают, значит, не наш. Дым, посмотри, за мной могут, он может выносить. Я не наблюдаю. Да. Так, над целью есть контакт вражеский, судя по всему. А, нет. Сейчас проверим, подтащили. Это Ю. Да, Ю по месту. Мессер над целью работает. Вон ПЛУ работает. ПЛУ работает с огнями мест. Это не... Нет, это я с огнями работаю по месту. Принято. А ПЛАМ-то кто бьет? Еще кто-то там был. Нет, он отошел. Так, одного сбили над целью, шесть, пока чистили. Блять, шесть. Еще один мес. Ёпта, тут пиздец. Там один буксир, скажем, остался. Так, всем внимание на кораблях. Южнее 110-ка идет. Высота 1000, наверное. Нижняя кромка облаков. Да, подтверждаю. 496, 8 сектор. Отчет она от меня уходит. А, она не знает, не корабли. Не-не-не, идет на переправу. Да не, на 110-ку похоже. 110-ка на 170 уходит. Да-да-да-да, высоко. 1002 у него. Четыреста шестьдесят второй сектор он вошел. Высота 2.
ситуации. Отлично, отлично. Сто десятка, вернись. Сейчас падать будет. Не позорься, блядь. Так, где этот буксир? Долбаный. Аккуратнее, на 6 висишь. Пока не видно. Упреждение больше, кто на 110-ку заходит. Больше, потянулся. Отлично, отлично, уходим. Отлично. Так, над переправами кто-нибудь висит? Да тут 110-ку на 2,5 прессуем. Готов, хорошо, но это еще не готов. Ух ты, как его задергало. Ты смотри, как его залагало, блядь. Вот как попали по нему, сразу начал дергаться, блядь. Ты смотри, как дергает, а? Ничего, ничего, давай работай. Так, ну договатывать я помощь поднимусь. Да этому пофиг, он еще, блядь, долетит до филда. Мочить их упырей до смс-ок, блядь. Блять, да сколько ж ему надо-то, блять, а? Где? Вижу ее, падаю. Я на пешке выдвинулся в 391-м, сейчас нахожусь, на Райгород пошел. Я в 462-м сейчас буду работать по Райгороду. Что-то я в тылу 110-ку потерял. Она вот на запад уходит. Бля, ты смотри, упор расстрелял. И ничего ему. Так, обнаружил буксир этот. Он находится 461 квадрат, сектор 3. Так, а та рухнула 110-ка, что-то я не проследил. Нет уж. Хорошо. Давайте эту допрессуем. Ниже надо идти. Ниже сейчас стрелок, и он, сука... Я вижу, вижу. Бля, как его лагает, а? Блядь, нифига себе. Готов, готов. У меня уже пробил бак. Да, корабли работают. Все, взрыв, взрыв бомбы. Егор, опять ты прозевал. С высоты нету по нулям никого. Вот я вижу один контакт, теперь на запад убегает. Сейчас на север заворачивает.
Егорик, это ты, оказывается, был? Ну, корабль-то наш уничтожили. Да, утонул. А где самолет-то? Куда ушел? Атака, 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 есть лазь. Да, сложили его. Юго-босок, по-моему, вам пару месяцев еще идет. Ил, заход. Гипопотам, сука. Захожу на этого гипопотам. Пробил. Мы уже дошли до цели, да? Угу. Меня что, свой что ли атаковал? Не пойму. Наверное, да, есть. Ё-моё, зачем же ты меня сбил? Я шел на него. Ё-моё. Слышу, стрельба такая. Фрк! Не, если гоп, то это я. Если нет, то это не я. Блин, и фоку потерял. Фока там сейчас ила будет бить, внимание. Нервный танкист зарезал гипопотама. Блять, они отошли, короче, на юге. Два мессера меня сейчас пробивают. Все, блять, двигатель стал. Далеко на юг. Нет, 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 пол квадрата. Возвращайся к этому. Двигатель стал, сука. Так, ну дыхними танками меня тут уже два мессера перехватили, блядь.